за возможность приехать в Ленинград, потому что в Санкт-Петербург теперь, потому что я 20 лет не был здесь. А так мы обычно каждый год на театр приезжали в гастроли, и почти все мои спектакли здесь шли с очень большим успехом. Но это было уже, к сожалению, очень давно. И, конечно, две пьесы, которые мы представляем, это две пьесы, две роли, которые я ставил специально на Людмилу Алексеевну. Учитывая то, что она в труппе, учитывая то, что ей нужна интересная работа, и мне кажется, что это две такие большие удачи. Была в Москве шикарная пресса там, и так далее, и так далее. Играем мы там в Москве, у нас успех. Конечно, волнуемся все, как это пройдет здесь у вас, потому что мы любим санкт-петербургские театры, знаем их довольно неплохо, хотя сейчас такой обмен стал гораздо сложнее, конечно. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы не разочаруем ни город, ни зрителей, ни тех, кто так любезно нам предоставил возможность приехать сюда и играть здесь. Вот пока все, я думаю, достаточно.